Потеря веса и потеря жира. Одно и то же. В бодибилдинге очень важно иметь низкий уровень жира в организме. Если вы хотите продемонстрировать свои мышцы, ради которых вы так много тренировались. Многие атлеты, когда хотят добиться рельефа мышц, совершают одну большую ошибку. Они уделяют слишком много внимания потере веса, в то время как потеря жира должна стать главной их целью. Видите ли, потеря веса и потеря жира не являются одним и тем же. Избавиться от лишнего веса на самом деле очень просто. Все, что вам нужно сделать, это потреблять меньше калорий, чем потребуется вашему организму. Если ваш организм ежедневно сжигает 2500 калорий, то вы просто ограничиваете это количество до 2000, и вы постепенно будете худеть. Если те калории, которые вы потребляете, не будут содержать нужный объем питательных веществ, похудение может протекать в виде потери мышечной ткани, воды и, возможно, даже костной массы. Теперь давайте рассмотрим три следующих примера. Диета номер один. Данный пример диеты основан на всем известной шоколадной диете. Так как вы начнете принимать меньше калорий, чем требуется организму, вы будете худеть. Однако, это не будет являться потерей жира. Большая часть массы, от которой вам удастся избавиться, будет мышечная и костная масса. Такая диета не может обеспечить организм всем необходимым для поддержания мышечной массы. Конечный результат – немного похудевший, но дряблый прежний вы. Кроме того, ваш метаболизм будет искалечен тем фактом, что вы потеряете мышечные ткани, которые служат для поддержания высокого метаболизма. Диета номер два. Теперь у нас есть атлет, который упорно тренируется и хочет достигнуть своей цели, во что бы то ни стало. Из-за его чрезмерного энтузиазма логика воспринимается в штыки. Диета по бодибилдингу состоит из 1500 калорий, исходящих в основном от протеина и некоторых хороших жиров. Также она содержит агрессивные кардиоупражнения по 45 минут дважды в день и убийственные силовые тренировки. Около 10 дней организм атлета будет реагировать нормально. Затем из-за низкого количества калорий и высокого стресса уровень кортизола значительно увеличится, остановит потерю жира и начнет поглощать мышечную ткань, чтобы покрыть потребность в энергии. Вдобавок уменьшится работа тиреоидных гормонов, стимулирует рост и развитие организма, рост и дифференцировку тканей, чтобы снизить скорость метаболизма и остановить потерю веса. Используя такую программу, возможно прилично похудеть, но лучшее, на что вы сможете рассчитывать, это 50% потери жира. Остальные проценты будут включать в себя мышечную ткань. Конечный результат будет более определенным, но значительно уменьшенный вариант вас самих с покалеченным метаболизмом. Диета номер 3. Теперь представьте, что вы следуете диете, которая создает небольшой дефицит калорий. Если вы сжигаете 2500 калорий каждый день, ваш рацион будет состоять из 2300 калорий. Также представьте, что придерживаетесь хорошей программы питания, состоящей из 40% углеводов, 40% белка и 20% жира. И один раз в неделю вы потребляете чуть больше калорий, например, 2700 калорий, чем в любой другой день. В целях предотвращения спада скорости метаболизма. Кроме того, уделяя 45-60 минут своей силовой тренировке и 30 минут кардио упражнениям, вы будете создавать еще больше дефицит калорий. В таком сценарии костные и мышечные ткани сохраняются и даже улучшаются, в то время как потеря жира и воды максимальны. Это именно то, что нам и нужно. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!